Это новости на РТС. Здравствуйте, в студии Наталья Чудина. С сегодняшнего дня в Хакасии завершился режим всеобщей самоизоляции. Впрочем, людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями все равно необходимо сидеть дома. Послабления также касаются бизнеса, который может вернуться к работе. Правда, с некоторыми оговорками. Часть ограничений были сняты уже в пятницу. С 12 июня, в частности, дети могут гулять самостоятельно. С понедельника отменена принудительная двухнедельная изоляция для тех, кто прибывает в республику из Москвы и Санкт-Петербурга. Для тех, кто приезжает в Хакасию из Красноярска или Литвы, эта мера остается без изменений. Об этом шла речь сегодня на очередном заседании регионального оперативного штаба в правительстве региона. Послабления, кстати, не означают, что в общественных местах можно ходить без маски. Также людям не стоит забывать о перчатках и обработке рук. В остальном действующий режим останется без изменений и продлевается до 30 июня включительно. Кафе и ресторанам теперь разрешается работать на вынос. С четверга 18 июня летние веранды и террасы начнут принимать первых посетителей. Правда, для этого необходимо исполнить несколько важных условий. Отдельный вход с улицы, не через помещение. Дистанция между столиками не менее 1,5 метра. И рассадка всего по 2 человека. Также после каждых посетителей персоналу придется дезинфицировать все поверхности мебели. Прежде чем открыться, все точки общепита должны доказать документально, что готовы к исполнению этих требований, заполнить паспорт готовности организации общественного питания для открытия сезонных объектов и отправить в Министерство экономического развития Хакасии. Заполненный документ должен быть также размещен в доступном для посетителей месте, например, уголке потребителя. 12 июня в Хакасии отметили День России торжественным поднятием государственных флагов России и Хакасии на Поклонной горе. Как это было, покажем без комментариев. В этот день я хотел бы пожелать всем мира, пожелать, чтобы у нас всегда была такая плотная дружба народов, интернационализм, солидарность. В День России в столице Хакасии прошли концерты во дворах. Первые за время пандемии. Люди могли послушать выступления артистов с балконов, не выходя из дома. Вышло все действительно красочно и масштабно. Даже в условиях ограничений можно создать праздничное настроение. В этом убедилась Ольга Барловская. Концерт прямо во дворе. Большая сцена, отличный звук, живое исполнение. Такой подарок от артистов республики ко Дню России приятно удивил абаканцев. Главная площадка во дворе дома Пушкина 170. Это акция арт-кластера «Таврида» в рамках федерального проекта. Здесь есть как и молодые, это студенты музыкального колледжа Института искусств ХГУ, так и маститые таланты, такие как Евгений Улугбашев. Я думаю, что это имя всей Хакасии известно. И самое главное, наверное, это то, что концерт в Хакасии посвящен Семену Прокопьевичу Кадышеву. Ему 135 лет исполняется в этом году, и как одна из известных личностей, прославлявших Хакасию, именно она была выбрана как главная тематика концерта. Сказания Кадышева, авторские произведения. Наталья Албычакова исполнила традиционную хакасскую песню «Тахпах», которую написала сама. Думаю, все уже соскучились по концертам, по праздникам. И даже вот такой формат, он имеет место быть. И
Сегодня мы видим, что и как бы можно и в такой ситуации провести концерт и порадовать друг друга. Артисты в течение дня выступили еще в нескольких дворах. Продумано так, чтобы люди могли слушать песни, не выходя из дома, из окон, из балконов. Многие все же вышли к сцене. Очень хорошо, что после такого карантина можно посмотреть концерт даже на расстоянии. Мне очень нравится. Концерт нормально, хорошо, молодежь хорошо исполняет. Да, приятно, конечно, конечно. Тем более, что этот концерт единственный в городе, да еще в нашем районе. Даже радость какая-то. Нам такая честь выпала нашему району. Мы уже все соскучились. Мероприятия, они всегда, они на позитиве, энергию дают людям. И из-за этого организм насыщается такими праздниками. Спасибо им большое. Спели в этот день и военнослужащие. Хоть и не для всех, на плацу железнодорожной войсковой части растянули 50-метровый флаг России и исполнили государственный гимн. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС. РТС в списке лучших. Короткометражный фильм «Колыбельная для Сталинграда», снятый нашей телекомпанией при поддержке Управления железнодорожных войск Центрального военного округа, вошел в шорт-лист фестиваля «Перерыв на кино». Лента будет показана в Санкт-Петербурге 22 июня в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы на открытом показе. «Перерыв на кино» – единственный в России кинофестиваль, целиком посвященный теме Великой Отечественной и Второй мировой войны. Проводится с 2015 года. В конкурсной программе участвуют короткометражные игровые, документальные и анимационные ленты. В 2020-м свою особую нишу в рамках фестиваля занял и фильм РТС «Колыбельная для Сталинграда». Конкурс честный, это не продажный конкурс, конкурс, который курируется и Министерством культуры, и обороны, и довольно-таки серьезные там конкуренты. Тем более для Республики Хакасия попасть впервые за всю историю в топ такого конкурса, ну это да. В центре повествования история двух сестер. Отец девочек ушел на фронт. Мама на поле боя оказывала первую помощь раненым. Маше и Кате пришлось выживать в руинах уничтоженного войной города самостоятельно. По словам режиссера, школьники в роли вживались хорошо. Все ребятишки – дети военных, юнармейцы. Поэтому участие в таком проекте для них стало делом чести. Обстановку тех лет воссоздавали в том числе на развалинах бывшего дворца пионеров в Черногорске. Именно там съемочной группе пришлось труднее всего. Работа на морозе длилась 10 часов. Сначала, когда снимали сцену, где учитель раздавал тетради, мы с Полиной, моей младшей сестрой по фильму, сидели в машине и ждали, когда нас пригласят. Позже, когда нас пригласили, мы снимались часа три. Потом пришли в автобус и там стали греться, пить чай, веселиться. Потом снова пошли на съемки, там уже было тяжелее. О первой роли в кино ученица Абаканской гимназии Надя Веденеева вспоминает с теплотой. Несмотря на все сложности, юная актриса довольна результатом. Лента, по ее словам, получилась очень трогательной. Оценили фильм, кстати, уже не только жители Хакасии. Его начали демонстрировать в школах страны на уроках патриотического воспитания и даже российским военным в Сирии. Авторы уверены, что фестиваль «Перерыв на кино» станет для картины очередной ступенью к успеху. Очередной, но не последний. Андрей Пахавав, Дмитрий Парахин, РТС. Трагедия в Минусинске на протоке реки Енисей. Утонул мужчина. Его тело из воды достали очевидцы. И далее о других происшествиях. На Ивановских озерах погиб турист. По предварительным данным известно, что 50-летний житель Красноярска приехал в Хакасию на отдых. Он искупался под водопадом на Ивановских озерах. При выходе оступился и упал вниз с высоты 15 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас выясняются все подробности трагедии. 10 пожаров за 3 выходных дня. 4 раза горел мусор, столько же жилье. Например, в Абакане из задымленного подъезда в многоквартирном доме огнеборцы вывели 24 человека. На одном из этажей замкнул электрощит. Также в столице Хакасии горели балкон, частный жилой дом и иномарка. В этих случаях люди справились с огнем самостоятельно. Похожая ситуация произошла в Подсинем. Женщина заметила, как дымит крыша ее дома. Подручными средствами хозяйка справилась с огнем. В расцвете пожарные потушили трансформаторную подстанцию.
В Багратском районе на трассе Енисея прокинулся автомобиль. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. 22-летняя пассажирка была доставлена в больницу с ушибом и гематомой грудного отдела позвоночника. В Абакане мотоциклист въехал в 4 стоящих автомобиля. 26-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины головы, переломы бедра и голени. Ему потребовалась госпитализация. В Саиногорске рулевой «Жигулей» не справился с управлением и на всем ходу врезался в бордюр на кольце. 65-летний мужчина получил травмы головы, сотрясение мозга и переломы ребер. Также у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Взята кровь на анализ. Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня согласовал кандидатуру заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона. В должности утвердили Екатерину Захарченко. Известно, что она окончила Хакасский госуниверситет по направлению финансы и кредит. В министерстве этот человек не новый. С 2018 года и до сегодняшнего дня занимала пост ведущего советника отдела исполнения бюджета и реализации госпрограмм. В новом статусе Захаренко займется также финансово-экономической деятельностью и будет курировать профильные национальные проекты. Екатерина Захаренко отметила, что направление работы ей хорошо знакомо и уже обозначен круг первоочередных задач. Самое главное – это наша реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который у нас реализуется с 2019 года. Это предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию как раз национального проекта достижения этих целей, ремонт и реконструкция наших автомобильных дорог регионального значения. Большая стройка для малого тенниса. Администрация Абакана обратилась в правительство Хакасии с просьбой оказать содействие в строительстве центра настольного тенниса и в оснащении спортобъекта необходимым инвентарем. Юлия Свинцова продолжит. Динамичный, зрелищный и доступный для всех от мала до велика. Настольный теннис в Хакасии давно признан одним из 4 базовых видов спорта наравне с борьбой и легкой атлетикой. При этом в республике до сих пор нет современного зала для подготовки профессиональных спортсменов. Но такая площадка должна появиться к концу этого года. Центр настольного тенниса строится в Абакане с середины 2018-го. О ходе работ главе региона сегодня доложил министр спорта Хакасии и тренеры, которые внимательно следят за процессом. Вести большую стройку для малого тенниса удается за счет бюджетов всех уровней. Только из городского кошелька вложили больше 30 миллионов рублей. В прошлом году мы вошли в программу федерального проекта «Спорт. Норма жизни», где на строительство, на завершение строительства этого центра настольного тенниса были выделены субсидии из федерального бюджета около 36 миллионов и республиканского. В сумме это порядка 52 миллионов. Интерес к настольному теннису в Хакасии огромный. Только в спортшколе Абакана больше 100 воспитанников, не говоря про районы. Тренеры отмечают, в секции принимают детей, начиная с 1 класса. Но родители приводят даже малышей 4-5 лет. С появлением центра охват населения значительно увеличится. Кроме того, республика наконец-то вновь сможет принимать профильные престижные соревнования российского и международного уровня. Но для этого зал необходимо укомплектовать. Особое значение имеет покрытие пола. Покрытие специальное игровое, где больше ноги имеют сцепление и также удобнее двигаться около стола. Соревнования все проводятся, всероссийские и международные проводятся на этом покрытии. На сегодняшний день мы тренируемся на обыкновенном деревянном полу, и наши спортсмены, приезжая на соревнования всероссийские, начинают долго привыкать. Бывает, получают травмы специфические для передвижения. Помочь с приобретением инвентаря главу Хакасии очень просили наставники ребят. Валентин Коновалов дал поручение региональному Минфину проработать возможность финансирования этого направления. Тренеры говорят, на спортивном небосводе Хакасии десятки маленьких звездочек, которые имеют все шансы стать не только чемпионами России, но и прославить Хакасию далеко за пределами страны. Юлия Свинцова, Антон Михайлов, РТС. Помочь предпринимателям выйти на новый уровень, стать крупным поставщиком, расширить свое производство. В помощь новый республиканский проект выращивания бизнеса. О его целях и задачах сейчас расскажем. Программа выращивания практична, удобна, эффективна. Цель проекта – оказать малому и среднему предпринимательству такую поддержку,
которая позволит бизнесу расширить свое производство, найти новые источники сбыта, стать крупными поставщиками. Участники программы получат доступ к материальным и финансовым ресурсам, маркетинговой, консультационной и другой поддержке. Ну, например, такие как квалификационная оценка, ну или иногда называют еще это промышленный технологический аудит, который будет производиться специализированной организацией, которая по итогам квалификационной оценки еще и сделает заключение и пропишет конкретные практические шаги для нашего субъекта бизнеса по повышению производительности труда, по расширению ассортимента продукции, по модернизации производства, ну и так далее. Также специализированные организации, привлеченные фондом развития Хакасии, окажут всестороннее сопровождение для эффективного участия в торгово-закупочных процедурах. Ведь пройти все это без определенных знаний и навыков – задача не из легких. Там будет полный комплекс сопровождения. От получения электронной цифровой подписи до уже заключения контракта, исполнения на любом этапе. Попасть в программу смогут не все. Есть ряд условий. Нужно быть зарегистрированным на территории республики, числиться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществлять свою деятельность в сфере производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Все внимание приоритетным направлениям. В списке производители спецодежды, лакокрасочной продукции, стройматериалов, металлоизделий и другие. Вся необходимая информация о проекте находится на портале «Мой бизнес 19РФ». Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 22 июня. Программа рассчитана на 18 месяцев, участие бесплатное. Мария Мишнина, Руслан Шалгенов, РТС. Поддержка предпринимательства и закрепление социального партнерства. Специалисты разбираются, как предполагаемые поправки в Конституцию России коснутся экономического развития Хакасии. Одна из важных инициатив заложена в статье 114. Правительство России содействует развитию предпринимательства и частной инициативы. Обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений. То есть регулируются отношения между работодателем и работником. Сейчас все законы настроены как бы на Конституцию 93-го года. В случае одобрения, то есть если люди дадут доверие, так скажем, данным поправкам, конечно же, это влечет пересмотр и нормативной базы. И здесь, конечно же, интересы предпринимателей, интересы граждан, которые у них работают, будут максимальным образом отражены уже в последующих нормативных документах. Это защита самих предпринимателей, поощрение инициативы, поддержка со стороны государства. Не менее важна социальная сторона. В статье 75, часть 1, которой раньше не было, говорится, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Речь о том, чтобы работодателю стало выгодно официально принимать работников и нести социальную ответственность. Я понимаю, что это дополнительные расходы, то есть это дополнительные отчисления с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды, это социального страхования, медицинского страхования, это 30%. С одной стороны, от фонда оплаты труда. Это тоже те расходы, которые несут предприниматели. И здесь политика государства, конечно же, должна будет выстраиваться в части изменения, так скажем, изменения тех размеров, корректировок, допустим, отчислений. Поправка нацелена на защиту прав работников и снижение бедности населения, а бизнес сможет рассчитывать на меры господдержки. Это особенно важно сейчас, когда предприниматели начинают возобновлять работу после режима ограничений. В частности, в сфере торговли, общепита, туризма. Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля. В Хакасии еще 17 пациентов излечились от коронавируса. Общее число выздоровевших – 847. Также за сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19. 8 пациентов поступили с признаками ОРВИ. 15 случаев – это семейные и служебные контакты. Один человек прибыл из Ингушетии. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 1356 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 1573 человека. На данный момент лечение получает 498 человек. У 23 пациентов тяжелая степень течения заболевания.
Сейчас на искусственной вентиляции легких в Абакане находятся 3 человека с диагнозом коронавирус. При этом количество таких пациентов постоянно меняется. Врачи объясняют, когда число зависимых от аппарата ИВЛ уменьшается, то это вовсе не означает смерть человека. Это не значит, что пациент обязательно должен погибнуть. Пациента просто снимают с аппарата на самостоятельное дыхание. Такие случаи достаточно часты. Так же, как бывает инвазивная вентиляция легких, неинвазивная вентиляция легких. Достаточно иногда несколько дней поддерживающей терапии для того, чтобы перевести больного на самостоятельное дыхание. Инфекционная больница, наверное, больше других готова к этой ситуации, потому что мы, в принципе, ориентированы на работу с особо опасной инфекцией, будь то чума, будь то холера, будь то любая другая инфекционная болезнь, которая, они все равно госпитализируются к нам. У нас существуют типичные мельсеровские боксы, которые имеют шлюзы для входа как из коридора, так и выхода на улицу. У нас имеются все средства индивидуальной защиты и многоразовое использование, и одноразовое. У нас очень мощная лабораторная база своя. Это были все новости к этому часу, но задержитесь еще у экранов. Настало время нашей рубрики «В сети». Моя коллега Наталья Данина уже в студии готова рассказать, что интересного увидели пользователи интернета. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Наташа, порадовали тебя 2 теплых выходных дня? Кто-то успел даже поплавать. Ну, 2 теплых дня, по-моему, не повод лезть в холодную речку. Да и к тому же у нас обещали грозу. Нас она, слава богу, обошла стороной, а вот соседним регионам досталось. Об этом, я думаю, ты расскажешь нашим телезрителям. Я же с вами пока прощаюсь. До встречи в эфире. На Алтайский край обрушилась непогода. В районах прошел град, а в Барнауле порывом сильного ветра снесло крышу торгового центра. К счастью, никто не пострадал. Разве что кошелек владельца этого супермаркета. Досталось и припаркованным автомобилям. Хакасия снова впереди планеты всей. Самая большая надпись в мире с названием нашей страны появилась на СШГС ко Дню России. Размеры впечатляют: 570 метров в длину и 52 в высоту. Буквы рисовали мастера граффити со всей страны, и им пришлось работать на головокружительной высоте. Помогали 2 подъемных крана и техперсонал станции. Потрачено больше 1000 банок фасадной краски. А вот еще одно художество и очень полезное. Скажу я вам, мужчине надоел постоянный бардак на парковке перед домом, и он сам сделал разметку, рассказывает красноярский паблик. Подал просто отличный пример другим, одобряют поступок комментаторы. Есть дождь грибной, а есть и рыбный, уверены жители города Лихославль Тверской области. Там прямо по дороге вдруг запрыгал карась. Очевидцы ловили руками живую рыбу и сетовали. Мелочь одна, щук нет. Но для кошки набрать можно. Откуда взялся улов? Загадка. Не иначе, как с неба. Наша страна все более желанна для зарубежных звезд. Наталья Орейро подала документы на российское гражданство. Уругвайская певица уже посетила посольство России в Аргентине. Сейчас документы на рассмотрении. По словам Натальи, она много путешествует и чувствует духовную связь с Россией. Как вам новая соотечественница? Не Жерар Депардье, это точно. Это были все новости, которые попали в мои сети сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.